Обожаю работать на показах Шанель. Они мои любимые. Ностальгический четверг с Тимом Блансом. Шанель. Прелестное создание. С вами модный журналист Тим Бланкс. Сегодня мы посетим показ «Шанель. Осень-зима 91-го». Что Лагерфельду всегда отлично удавалось, так это передать настроение эпохи. Он все слышит, все читает, все видит. И на основе этого создает невероятно зрелищные модные образы. Судя по этой коллекции, он наверняка много слушал рэп. Люди стали умнее. Их не обманешь. Сказки уже не действуют, ими никого не проведешь. И мне кажется, это хорошо. Сидя на этих показах, я всегда смеялся, думая о женщинах, которые раньше носили костюмы от Шанель. И их матери носили костюмы от Шанель. Как и их бабушки. А тут был совершенно другой стиль Шанель. Карл в тот момент творил нечто новое и дерзкое. Великолепно, очень современно, прекрасные формы. Вполне носибельны даже полупрозрачные юбки, ведь под них можно надеть колготки в сетку, возможно, даже черные трусики. Фантастика, полный восторг. Просто чудо! Я с таким удовольствием посмотрела этот показ, как ребенок. У меня было странное ощущение, когда я наблюдал за этими прелестными созданиями, которые с таким удовольствием ходили по подиуму. Уверенность, сила, тщеславие. Все это было невероятно заразительно, ведь моделям всего по 18 лет. Мода — это прежде всего зрелище. Нет ничего зрелищнее моды. Так почему бы не создать моду, которой можно будет любоваться без налета фальши? Это был показ «Шанель. Осень-зима 91-го» от Карла Лагерфельда с участием супермоделей. Буду с нетерпением ждать от вас комментариев, и не забудьте подписаться на наш канал.